Дома номер 1 и 3 на улице Институт в Больших Веземах признали аварийными в 2022 году. Теперь стало известно, куда переедут жители ветхих зданий. Представители компании-застройщика и администрации Одинцовского округа встретились с будущими переселенцами и ответили на интересующие их вопросы. Если в 2023 году у нас ключевой задачей стояло решение проблем обманутых дольщиков, то на 2024 год администрация Одинцовского округа совместно с Министерством жилищной политики в качестве ключевых вопросов ставит улучшение жилищных условий граждан и решение проблем ветхих аварийных домов. По предварительному проекту жилой комплекс между Петровским проездом и рекой Малая Веземка займет 8 гектаров. Общая площадь помещения 96 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из 5 корпусов различной этажности. Самый низкий – 6 этажей, самый высокий – 18. В соответствии с нормативами градпроектирования на территории Московской области мы обязаны выполнять эти требования, и поэтому по этим нормам будут запланированы поликлиника на 61 посещение в смену, детский садик на 225 мест, пристройка к школе запланирована на 500 мест. Ну и остальные объекты также в соответствии с данными нормативами будут размещаться в первых этажах. Сейчас проект находится на стадии доработки. Планируемый период реализации с 2024 по 2029 годы. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».